Телевізійний ефір дев'ятого каналу продовжує актуальне інтерв'ю. Наш гість сьогодні Михайло Крапивко. Він член Ліги аудиторів України. Будемо говорити про локдаун, прогнози та наслідки, які вже можна оцінити. Доброго вечора, нашому гостю. Давайте визначимося. У нас зараз локдаун. Чи це вже нокдаун? Що це таке? Ой, ну, це можна назвати локдауном. Ну, еще пока не нокдаун. А, почему? Это, скажем так, усиленные условия карантина, какой-то усиленный карантин. Почему это не локдаун? Потому что не остановлено все, а остановлено как-то очень выборочно и не всегда поддается логике. Не совсем То, что, понятно. да, не совсем понятно. Понятно только одно, что до 24 решили немножко еще отдохнуть. Может, просто официальные каникулы надо было объявить. Ну, да? так было бы проще и честнее, конечно, потому что, э, скажем, общепит закрыли, но курорты открыли. Угу. Да, вот сейчас да. сообщали о том, что сказали меньше стараться передвигаться, но транспорт продолжает работать и все работает. Торговать можно, но за исключением отдельных групп товаров, которые надо только с доставкой или самовыносом, но никак не на территории того же самого магазина. Ну, да. Как-то с логикой здесь тяжело. Может, мы чего-то не знаем, но. А как вы считаете, нужно вот эту логику? Э Пояснять людям. Ну, вообще -то... То у нас вопросов много. Вот сегодня там супермаркеты все сходили, увидели, да, вот эти вот ну, заклеенные да. некоторые витрины, непонятно почему. Ну, нам уже министр объяснил, что на носках э, вирус живет дольше. А, вот так. Да. Угу. И на И, шампунях тоже. Да, ну на твердых поверхностях. Но то, что он забыл сказать, что раз эти поверхности в том же помещении так ничего не поменялось, собственно говоря. Угу. Дело в том, что объяснять надо все. Еще как говаривал Суворов, солдат должен знать свой маневр. Поэтому прежде всего надо объяснить, что делается, зачем делается и какие ожидаются результаты от этого дела. Людям от этого легче принять к исполнению, чем просто вот вам сказали так и так. Mm -hmm. И не важно, почему, зачем вам это не надо. Вот просто ходите на одной ноге и Но все. Это же демократическое общество, нужно. Так обсуждать. демократия да. же она и основана на принципах понимания и принятия. Ну, я вам скажу так. Вот лично мое мнение, что э, причиной главной этого псевдолокдауна явилось бездействие полиции. Вот на мое мнение, чисто субъективное. Почему? Уже давным-давно введены штрафы за нарушение режимов карантина. Введены штрафы для граждан за нарушение масочного режима. Угу. Но никто эти штрафы, эти меры не применяет. Если применяется, то только к предпринимателям и только к очень избранным. Ну, видно, за которых уже заплатили. Да, видимо, есть указания какие-то. Если бы. Эта система работала на регулярной основе, но мы бы видели, наверное, абсолютно другую статистику и не было бы никаких обоснований для принятия дополнительных ограничений. Угу. Мы все прекрасно знаем, что там, в странах Европы очень жесткие штрафы в период, когда запрещен выход за то, что вышел, за то, что вышел необоснованно, за то, что ты без маски и так далее. У нас они на бумаге юридически да, существуют, на практике нет. Я захожу в торговый центр, я смотрю, ну, максимум одна треть в масках. Из них половина только маски одеты на лицо, mm -hmm. а не на подбородок, не под нос, не куда-то в другое ну, место. Ну, в транспорте то же самое. Ну, я не могу здесь говорить, не езжу общественным транспортом, mm -hmm. но, наверное, то же самое. Ну, ребята, или вы принимаете законы и их исполняете, или просто не принимаете уже тогда. Ну, как-то так. Должно быть понятно. Да. Давайте попробуем с вами все-таки спрогнозировать, что будет после 24 числа в результате вот именно этих ограничений, которые на сегодня объявлены. Конечно, их, наверное, трудно отделить от тех, которые уже наступили там, в связи с повышением тарифов, да, многочисленным повышением там, различных тарифов. И вот плюс еще вот эти ограничительные меры, наверное, будет нелегко. После ну, этого, смотрите, экономики нашей. часть отраслей у нас сегодня не работает. Месяц без доходов. То есть платежеспособность населения падает, от этого экономика начинает замирать, потому что деньги ⁇ это кровь, если они не движутся, если им, их нет, чтобы двигаться, или их становится мало, то рынок, конечно, выбирает эту денежную массу, но он выбирает ограниченными категориями товаров товары повседневного спроса, то, от чего нельзя отказаться. Поэтому рост цен будет в основном на вот этом вот сегменте рынка, на том, от чего нельзя отказаться. И здесь вы правильно упомянули, первый, кто попытался забрать эту денежную массу, это наши природные монополисты, поставщики энергетики, в первую очередь. И они уже практически своим подъемом цен не то, что их забрали, они перебрали. Они уже забрали деньги из еды. Поэтому ситуация очень сложная. Ну, не надо забывать, что у нас э, через 10 лет, с 2010 года, в конце 2020 снова возник податковый Майдан. Его подняли ФОПы, он плавно как бы живет, но он в любой момент может взорваться, то есть разрастись. Раз. Теперь у нас начался тарифный Майдан. Люди выходят, перекрывают да, автотрассы. Да, в нескольких областях да, проходят это протесты. Это будет тоже нарастать. Угу. Таким образом, в обществе будет нарастать недовольство, которое рано или поздно сольется в один поток, и это уже будет поток против недовольства, плохого, да. Да, против уже власти. Оно уже не будет против конкретных действий, а будет против власти. При этом надо помнить, что есть еще довольно большая категория лиц с невыполненными обещаниями, начиная от учителей, которым обещали 4000 евро и которых зажали, кончая медиками и военнослужащими, у которых тоже, если вспомнить начало вот, перехода армии на новую как бы, концепцию, это был 2014 год, когда рядовой там получал 7 тысяч гривен зарплаты. Но 7 тысяч, извините, в 2014 и эти же 7 тысяч в это абсолютно несоизмеримые деньги. При этом все прекрасно видят, что там директора государственных монополий имеют миллион в месяц, премии в миллионах долларов и так далее. То есть э, такое расслоение общества, оно всегда приводит к конфликту. Есть э, такой индикатор, э, ВОН, неравномерности доходов. Это когда самая минимальная заработная плата от максимальной отличается больше, чем в 10 раз. У нас mm -hmm. они отличаются в тысячи раз. Mm -hmm. А вы скажите, законодательное государство может влиять, например, на размеры а, вот там, а, окладов ну, давайте, членов наблюдательных давайте советов? Давайте говорить различных. так, что оклады членам наблюдательных советов и самые дорогие оклады у нас устанавливают, как правило, не частный бизнес. А устанавливает государственный. Да, но это бизнес. же государственное предприятие. То есть да, здесь там... законы не нужны. Это простая функция исполнительной власти. Угу. Исполнительная власть принимает положение, по которому идет э, своеобразная тарифная сетка, которая зависит от выручки, от количества работающих, от показ... еще кучи показателей, и выстраивается эта сетка. При этом постоянно идет разгон этой сетки, за счет чего за счет поднятия минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Причем это играет две стороны. На малый бизнес это дополнительное налоговое давление, которое сказывается сокращением рабочих мест, которое сказывается дополнительной налоговой нагрузкой, следовательно, удорожанием всего и вся. И в то же время для высокооплачиваемых у них тут же скачет заработная плата. В конечном итоге мы идем к такому понятию, как нивелирование. Вот смотрите, нам сейчас подняли минимальную заработную плату на 20% практически за, за 3 месяца. 5 тысяч в сентябре и 6 тысяч в январе. 20% прирост. Угу. Следовательно, на 20% должны подняться все доходы населения. Откуда их взять в падающей экономике? Неоткуда. Что мы получим? Мы получим колоссальное сокращение рабочих мест. Потому что 1% прироста экономики дает сокращение 2% безработицы. Обратная пропорция та же самая. Мы теряем 1% экономики, ВВП, мы приобретаем 2% безработицы. И создается такое замечательное, непаханное поле для популистов. То есть смотрите, у вас все поднялось, да? И вот сейчас, вот буквально сегодня, опубликован проект закона авторства Королевской компании, которые говорят, что надо вот откатиться назад, внести изменения в госбюджет и с 1 января установить прожиточный минимум не 2 200, прожиточный минимум трудоспособного, а 4 тысячи. То есть деньги в откуда... два раза, да. да деньги откуда-то. Да. Появились. И к концу года выйти на то, чтобы уравнять опять уравнять минимальную заработную плату с прожиточным минимумом трудоспособного населения и поднять пенсии сразу как минимум в два раза. Минимальная пенсия по его проекту с 1 января должна быть 4000, сейчас она 2. Что происходит? Но это меняется только минимальное. Максимальное остается тем же самым. И происходит нивелирование, когда всех снова уравнивают. И неважно, сколько пенсионер отработал или не отработал. Тот, кто пахал, оказывается, извиняюсь за такое некорректное высказывание, лохом. У нас президент не лох, а все остальные лохи. Угу. И э, толку, что он пахал, он имеет столько такую же пенсию, как тот, кто вообще не работал, просто дожил. Да, да. Но это ведь невозможно к исполнению. И никак. это все, и это все в конечном итоге приводит к чему? Приводит к тому, что население теряет веру во все. Оно понимает, что у него всегда все берут. Да, это не произойдет, потому что в бюджете нет денег и так далее, но определенная политическая сила будет со всех экранов рассказывать о том, что они хотели сделать людям добро, да. а вот все остальные такие нехорошие не дали это сделать. Угу. И опять начнется расслоение общества, разделение и игра людьми как марионетками в политических целях достижения власти большие очень э, суммы сейчас э, в отчетах э, компенсации по поводу вот э, локдаунов, да, многочисленных и карантинов. Ну, по 8 тысяч выдать, это конечно будут большие суммы очень многие якобы по статистике уже сегодня получили ФОП, вполне это, возможно я, я еще не видел официальной итоговой статистики или отчета, но вполне реально но Давайте задумаемся над одной простой вещью. Вроде бы как хорошо, людей сначала заставили в марте, апреле, мае посидеть без доходов, угу. а в декабре им выдали по 8 тысяч. Вопрос первый. 8 тысяч покрыли их потери? Нет, конечно. Нет, да. Правильно. Временной период от мая до декабря люди как-то выживали? Выживали. А теперь зададимся одним вопросом. Откуда взялись эти деньги? А взялись они с невыполненных государственных программ. Бюджет-то не перевыполнен. Он сокращался, было два секвеста бюджета. Следовательно, деньги не пошли в оборонную промышленность. То есть предприятия наши крупнейшие не получили оборонные заказы. Некоторые вообще не получили, некоторые в полной мере не получили. Следовательно, эти деньги не пошли на зарплату этим же людям. Они не пошли в эту же экономику, их просто из экономики вырвали, передержали и раздали как подачку. Суммы большие, пользы, извините, ноль. Причем, учитывая, что эти деньги были выплеснуты буквально за неделю, эта неделя и дала скачок цен, который забрал и эти деньги, и деньги у других. То есть лучше у тех, кому было не, не дали, не платили, вот как, как лучше. То есть Лучше, это же все ну, же... знаете как, ну, получается, кто что проводит есть эксперимент, там, партия или э, угу. ученые. Ученые сначала на мышках пробуют. Так и здесь. Здесь надо подходить очень осторожно и очень нежно. Экономика и вообще общество – это настолько чувствительные инструменты, что резких движений они не позволяют, они их не прощают. То есть, когда вы объявляли, Первый локдаун жесткий вот тот вот, когда останавливали все, вам надо было сразу продумать компенсаторы. Ну, во-первых, там освободили вы от налогов кого? Малый бизнес, а крупный, где больше э, занятость, вы от чего-то освободили? Нет. Но при этом жестко следили за тем, чтобы соблюдался экзот, чтобы выплачивался вынужденный простой, чтобы никого не обидели, то есть выкачали последние оборотные средства. Вот на этом периоде надо было уже думать о компенсаторах. Дальше. Ковидный фонд. Куда пошел? На большое строительство. А сколько, какой процент трудоспособного населения у нас занят в дорожном строительстве? Наверное, минимальный. Может, стоило эти деньги направить, если уж вы хотели подкормить экономику, в какие-то другие отрасли, где и большая занятость, и э, большая мультипликация, то есть э, больше смежных отраслей занятых. Mm -hmm. Надо было очень аккуратно подходить к этому. Ну и вообще первый локдаун, я считаю, он как бы прошел бестолково. Не в том смысле, что не в свое время. Может и своевременно, но за этот период надо было не дороги строить, а больницы оснащать извините, не полицию финансировать, которая, как мы уже говорили, не выполняет своих функций в этой же эпидемиологической ситуации, а подумать, может как-то компенсировать людям, может ввести какой-то жесткий режим контроля за ростом цен, может компенсировать тому же нафтогазу часть, чтобы он не поднимал цены, ни сейчас, ни тогда. Ну вот с тарифами, да, какая-то какая-то жуткая получается. Ну, ситуация. у меня порой впечатление такое, Где что власть взяться? просто пробует, проводит с населением испытания на прочность. Угу. Вот мы вас еще здесь прищимим, мы посмотрим, выдержали. Ой, вот, молодцы, давайте еще зажмем. Вот сегодняшний локдаун а на ком больше всего скажется? Вы знаете, я вспоминаю, когда вводили локдаун выходного дня. А было очень много цифр, кто пострадает, насколько прям вот буквально считали, насколько там уменьшатся доходы таких-то, таких-то там представителей отраслей. Сейчас почему-то этой информации нет. Либо я ее не вижу, да, настолько. Ну, понимаете, Либо вот как тогда, ее меньше, мне кажется. тогда начинался податковый Майдан и малый бизнес, он э, как бы считал и доказывал, сколько он теряет. Угу. Сегодня никто, уже Майдан начался, и требования уже у Майдана меняются. Уже никто не требует там, отменить локдаун, да? как тогда, с чего начиналось. Требует уже вообще пересмотреть политику и отношения. Так и сегодня. Но кто пострадает? Пострадают прежде всего субъекты малого бизнеса в тех отраслях, которые запретили. Это маленькие кафе, те же рестораны и так далее. Общественное питание да, сюда? да. Потому что, те, кто... э, скажем так, э, кафе, которое торгует кофе с пирожными, оно не будет заниматься доставкой, а работать на то, что кто-то подойдет и на улице выпьет эту чашку, ну, большинству просто нерентабельно. Я вчера видела несколько очередей в кофейне. Работают, на улице, есть, да. но не все, далеко не все. Многим это нерентабельно. Мелкие лавочки по продаже промтоваров. Угу либо рискуют и нарушают карантин, потому что им штраф будет как бы дешевле, либо закрываются, потому что в том же общепите, в принципе, за вот между первым и вторым локдауном уже сформировался особый определенный сегмент, и вы это наверняка видите – это продукты на доставку, это пиццерии, суши, ага. вот эти все, которые как грибы после локдауна выросли в каждом квартале. Они уже сформировались, и в этот сегмент uh -huh. там ресторан с высокой кухней еще чем-то он просто не влезет, так же, как и не влезет простая кофейня, куда люди приходили там посидеть, поработать за компьютером как дневной офис, выпить пару чашек кофе, в лучшем случае съесть бутерброд, потому что там больше ничего нету. Uh -huh. Вот они и пострадают, но пересчитывать это сейчас в деньги смысла никакого нету. Ну прогноз такой, что Смотрите, глобальной вот... остановки не будет. Глобальная остановки или, там, не будет. Падение уже считают. Падение там, уже есть. Я называют. скажу, то, о чем а вот еще это... молчат. Вот сегодня появилось такое сообщение, которое навело меня на определенную мысль о том, что на западных границах уже пробки, очереди на переходах из 100-300 машин. Mm -hmm. То есть народ, посмотрев э, на то, в каких условиях придется существовать этот бюджетный год, подъем минималки, э, все наши прелести, там снятие моратория на проверки, там куча прелестей разных, он начал с конца года уже продавать свой бизнес и сейчас... Просто идет отток, а, рабочей силы, снова, б, капиталов. Кто-то едет на было, заработки, да, еще, да больше. еще больше. И он будет нарастать, потому что условия для бизнеса этого года, они как бы недружественные. И все прекрасно понимают, что с экономикой все не так радужно. Если вспомнить процесс принятия бюджета, о чем спорил Международный валютный фонд с нашим Минфином. Они требовали не повышать минимальную зарплату, то есть не разгонять себе доходы. То есть напрямую влиять на кого? На бюджетников. Они же все равно с бюджета получают. Им зарабатывать отдельно, выручка у них не та. Mm -hmm. Они были против таких долгов, которые мы планируем занять. Дефицит вроде бы как 5,5%, но если посмотреть на цифры, то это порядка 200 миллиардов, да? А занять, если вот в эту строку, придется 700 миллиардов. Потому что за счет этих заимствований 400 надо погасить. Да, да. И реально, где занять 700 миллиардов в этом году? С МВФ мы не дружим очередной раз. Тут можно и Конституционный суд вспомнить, и много других факторов, почему мы не дружим и борьбу с антикоррупционными органами. Но ну, это все одна история. То есть там мы не займем. Значит, будем занимать дорогие деньги. Будем выпускать ОВГЗ, и опять начнет расти стоимость купона, то есть процент, который мы платить будем за это дело, чтобы нам дали хоть эти деньги, чтобы мы год провели. И опять кто-то будет на этом наживаться. Так, я надеюсь, что часть ваших прогнозов... Не сбудется. Я <как> не тоже сбудется. на это надеюсь. Да, да. И все-таки... Ну, вот... так, это не прогнозы. Это сегодняшний взгляд на да, оценку да, рисков. Это да. риски, с которыми мы можем столкнуться. Я не говорю, что угу, это прогноз. Угу. Это риски. Остается надеяться только, что вот как бы здоровье наше укрепится, да, здоровье украинцев и а, в отношении пандемии, и во ну, всех... Пока статистика медицинская нам отношений. показывает, что все стало намного лучше. Ну, є вот. поэтому, ну, теж. Вот, только, только на здоров'я і будемо надіятися на... на наш оптимізм. На наш оптимізм. Спасибо вам, вам за участь. Я ще раз дякую нашому гостю за спілкування Михайло Крапивко, член Ліги аудиторів України. Говорили про наслідки локдауну, які вже можна оцінити. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на дев'ятому каналі. До зустрічі.